Они рисковали жизнью не ради любопытства. На ликвидацию последствий Чернобыльской катастрофы было отправлено 300 жителей Стерлитамака и Стерлитамакского района. В числе ликвидаторов последствий аварии пожарные, военные, а также представители гражданских профессий. Эти люди нуждаются сегодня в постоянном медицинском контроле. Госпитализация у нас происходит. Вот в этом году человек 60 посетили госпиталь. Сейчас подключились к этому и вдовам тоже.